Здравствуйте! Осень – прекрасная пора. Время порадовать своих близких замечательной картинкой. Мы будем рисовать березы осенние, гуаши, которую нанесли на палитру, краски мягкие, все растерты. Понадобится бумажный скотч, кусочки губки, пластиковая карта и несколько кистей. Номер 14, номер 10 и номер 5. Заранее мы подготовили планшет, на который приклеили лист акварельной бумаги бумажным скотчем с краем. Также мы приклеили силуэты берез и вперед начинаем рисовать. Начнем с неба. Слегка смочим лист самой толстой кистью. Для того, чтобы краска лучше ложилась. Затем набираем на кисть белую краску и начинаем рисовать небо с самого верха. Добавляем немного кобальта для того, чтобы получился такой солнечный осенний денек. Небо, чтобы было не сильно яркое, в разных направлениях. Добавляем белил. Сверху делаем чуть потемнее. Возьмем губку и немного облаков. Продолжаем дальше работу. Желтый, зеленый, где-то немножко ниже середины. И начинаем рисовать полянку. Желтый, зеленый. Сразу до краев нашего листа, ближе добавляем немного коричневого, также желтого. Темно-зеленый добавим на передний план, коричневый. Тоже добавим фактуру губкой. Берем губку и начинаем рисовать листву берез сверху, спускаясь, оставляя промежутки голубого. Вот таким образом. Так, сделали. И берем коричневый, зеленый. Коричневый с зеленым сделаем дальний план. Лес, пустыня, где-то коричневый, где-то красноватый. Красим все. Теперь опять берем желтый. Добавим в эти же краски. И слегка подчеркнем листву дальнего леса. Чужой табак.
поляны размою, добавив желтую краску. Таким образом. Теперь берем оранжевый, еще немного желтого, чтобы у нас проявилась листва берез. Для того, чтобы затянуть некоторые участки. Так, теперь мы постараемся аккуратно отклеить наш скотч, чтобы остались белые участки берез. Легко отклеивается. Стволы берез прокрасим слегка серо-коричневой краской с одной стороны, чтобы придать им тень совсем бледным цветом. Нарисуем веточки на кустах заднего плана, зеленый с коричневым. Нарисуем веточки для берез, потемнее цветом, подходя к дереву, веточки делаются толще. Поэтому стараться рисовать так, как они растут на березах. Теперь будем работать с пластиковой картой. На пластиковую карту нанесем черную краску в некоторых местах. Совсем немного. Прикладываем к дереву и стараемся немножечко протянуть. И отпускаем. Такие у нас получаются пятнышки на березах. И с другой стороны. Внизу мы стараемся это сделать погуще. Таким образом сделаем все стволы на березах. Прикладываем, немного протаскиваем. Далее берем тонкую кисть и рисуем около березы внизу травинки. Вот такие темненькие. Чтобы подчеркнуть тень от берез. Далее добавляем желтый, зеленый, коричневый и рисуем светлые травинки. Далее берем желтую еще краску с белой и в некоторых местах за рисуем листву от берез, которая перекрывает деревья. Так. В некоторых местах мы немного подчеркиваем ее оранжевым цветом. Далее на кисточку убираем желтый с белой краски. Берем толстую кисть и сделаем вот такие движения, чтобы у нас получились цветы на поляне. Может, побольше белого.
Наша работа закончена. Снимаем скотч с края и оформляем работу в рамочку. До новых встреч!